Дорогие друзья, я вас категорически приветствую. Не забыли, меня зовут Рифат. Фотографии наших объектов мы делаем на регулярной основе. Они помогают при создании инженерно-топографических планов, служат в качестве доказательной базы чего-либо, а также эти фотографии мы используем для создания технических отчетов. Но вот незадача, а что делать, если фотографии больше тысячи, и их нужно оперативно, грамотно, а главное быстро расфасовать по месту съемки и быстренько это все опознать. Я объясняю и помогаю. Дабы не палить свои рабочие проекты, сымитируем ситуацию. Допустим, есть необходимость в создании инженерно-топографических планов для создания проекта капитального ремонта небольшой улицы в Саратове. Есть серия фотографий, которые были сделаны на условном объекте. Важно! Когда вы делаете фотографии, в настройках необходимо указать геотеги, а также включить геопривязку. Также для этих целей можно использовать панорамную камеру, которая снимает фотографии и видео в формате 360. Это может быть, как, например, камера Garmin Virp 360, GoPro Max 360 или Insta 360. Кому что нравится. Также предположим, что на объекте была сделана растровая подложка. В моем случае это свежайший космоснимок в Яндекс.Картах. Немного отвлекусь, не так давно Яндекс.Карты обновили свои космоснимки, спутниковые снимки, по многим городам. Если присмотреться, то это все очень сильно смахивает на аэросъемку. Но я не эксперт в этих вопросах, поэтому утверждать ничего не буду. Давайте сперва выгрузим один фрагмент в AutoCAD и привяжем к местной системе координат для наглядности. Для этого воспользуемся программой GeoRecounter. Сразу предупрежу, она платная, но в конце ролика я расскажу, как получить ее бесплатно аж на целый год. Досмотрите ролик до конца. Для реализации всего процесса открываем любую CAD-платформу. В моем случае это AutoCAD и GeoRecounter. В системе координат указываем МСК-64 Саратовская область, зона 2. Далее заходим в SAS-планету и осуществляем выгрузку фрагмента растра, как это показано на видео. То есть выделяем область, загружаем с нужным масштабом. Далее склеиваем, указываем, куда сохранять, проекцию Mercator VGS84 и создаем файл привязки W. Заходим в GeoRecounter, открываем работа с растровыми файлами. Нажимаем «Обработка карты», указываем растр, который был экспортирован из SAS-планеты. Нажимаем «Запустить обработку изображения» и ждем некоторое время. Нажимаем «Загрузить результирующую подложку». В AutoCAD все загрузилось в нужной системе координат с навигационной точностью, отмечу. Теперь непосредственно о сути ролика. Я расскажу три способа, как системно и удобно открывать все ваши фотографии с геопривязкой на местности. Предположим, для создания инженерно-топографического плана. Знаете ли, сейчас не модно вести абрис, к сожалению. Сразу обозначу, что вы можете воспользоваться сервисом TeoFly. Рассказывать о нем я не буду, но не упомянуть о нем я тоже не могу. Для первого способа воспользуемся народной программой Pano 2VR. Импортируем фотографии, указываем удобную проекцию и работаем. Сперва появится карта с изображением мест, где были сделаны фотографии. Подложка, к сожалению, у меня не активна, но она работала ранее. Рабочие проекты, кстати, можно сохранять. Для второго способа воспользуемся другой народной программой. Называется она GeoSetter. Для ее работы нужно дополнительно установить и открыть Google Планету Земля. Открываем GeoSetter, загружаем фотографии с нужными настройками и экспортируем файл KML с привязками фотографий. Следующим этапом открываем Google Планету Земля и работаем с фотографиями. Дополнительно можно загрузить KML файл расположения объекта для более удобного распознавания фотографий. Следующий способ концептуально другой. Для этого нам потребуется снова программа GeoRecounter. Этой программе, кстати, я посвящал стрим и ролик, ссылочку оставлю. Далее заходим в работу с растровыми файлами, обработка фотографий с привязкой и указываем необходимую директорию с фотографиями, либо можно фотографии добавить по отдельности. Дополнительно указываем систему координат вашего чертежа и легким движением руки экспортируем метки в AutoCAD. Итак, как это выглядит практически? Допустим, вы делаете топографическую съемку, но забыли указать, например, материал забора, его высоту. Или же, например, вы забыли указать материал сооружения или здания. Для этого находите в AutoCAD интересующее вас место, нажимаете на фотографию, нажимаем Ctrl плюс левой кнопкой мыши, и открывается фотография. Все очень просто. Метки сразу создаются в нужном слою. Масштаб блока можно также изменить в настройках.
Теперь по поводу конкурса. Все очень просто. Необходимо просто оставить любой комментарий под этим роликом на YouTube, и через недельку мы разыграем 3 годовые подписки на программу GeoRecounter. Следи за новостями. А то в прошлый раз мне пришлось бегать за подписчиками, которые не хотели, чтобы я им вручал программу. Итак, я показал вам все способы, которые я знаю, платные, бесплатные. Какой использовать, решать только вам. А вам спасибо за просмотр. Мира вам. Пока.